Привет, мои друзья и подписчики! В этом видео я хочу вам показать рецепт блюда азиатской кухни под названием соба с овощами. Для его приготовления понадобится гречневая лапша полпачки, около 100 грамм грибов вешенок, 1 средняя морковь, 1 маленький кабачок, 1 болгарский перец любого цвета, 3 зубчика чеснока, немного зеленого лука и кинзы, 2 столовые ложки оливкового масла и соевый соус по вкусу, который у азиатов используется вместо соли. Морковь необходимо нарезать соломкой или, как еще некоторые говорят, спичками. Затем также нарезайте кабачок. На приготовление у меня ушло половина моего кабачка, так как он оказался больше, чем требовалось для рецепта. После кабачка очищенный болгарский перец также нарезается соломкой. В кастрюле закипятить воду и бросить в кипящую воду гречневую лапшу. Варить на среднем огне минут 10 до мягкости, помешав пару раз, чтобы не прилипло к стенкам и дну кастрюли. Пока варится лапша, очищенные и хорошо помытые вешенки нарезать соломкой, не слишком тонко. Сваренную лапшу слить в дуршлаг и хорошо промыть холодной водой, затем поставить стекать. В разогретую сковороду налить оливковое масло и выложить все овощи, кроме грибов. Жарить на сильном огне 3 минуты, постоянно помешивая. Всю зелень помыть, очистить от корней и мелко нарезать. Чеснок раздавить плоской стороной ножа и мелко нарезать. Слегка обжаренные овощи выложить грибы и жарить до их готовности. Как только приготовятся грибы, выложить в овощи гречневую лапшу, полить соевым соусом по вкусу, перемешать, посыпать зеленью с чесноком и семенами кунжута. Соба с овощами готова. Пишите свои комментарии под видео, жмите палец вверх, подписывайтесь и делитесь с друзьями. Берегите себя и будьте здоровы. Всем пока!